Я 2 месяца шатался на природе, чтоб смотреть цветы и звезд огнишки. Таковых не видел, вся природа вроде телефонной книжки. Везюшка! На массивном грузе Кавказа и Крыма с Колорикова, на стенах уборных, на небе, на пути лошади Петра Великого, от придорожной до гор, где грозы гремят везде, отрывки стихов и прозы, фамилии, адреса. Здесь были Соня и Ваня Хайлов, семейство ело и отдыхало, Коля и Зина соединили души и сердце в виде груши. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, комсомолец Петр, порвайтесь, мисс Югога, парикмахер из Таганрога. На кипарисе, стоящем века, весь алфавит А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К. А у этого отлазания талант иссяк. Превыше орлиных зон просто и мило Исаак Лебензон. Особенно людей винить не будем, таким нельзя без фамилий и дат. Всю жизнь чиновничали привыкли люди, они и на скалу глядят, как на уса. Такому глядящему за чаем с балконца, как солнце садится в чаще, ни восход, ни закат, а даже солнце входящее и исходящее. Поставь меня часок на место Володина, я бы в Думе закон железный выковал, по фамилии на стволах и скалах узнать подписавшихся малых. Ах! Каждому в лапки дать по тряпке, за спину ведра марш бодро. Писавшимся и кулям, и зином, собственные имена стирать бензином. А чтоб энергия не пропадала даром, кстати, я и Петре почистить скипидаром. А кто до того подписи привык, что снова к скале расписывать полез. У этого закрывается ликбез под санкции, подпись и росчерк броский. Владимир Маяковский.